И снова здравствуйте, всем привет. Итак, хотелось бы законспектировать информацию по привязке, значит, и ликвидации вот этих косяков вылазения одежды. Вот они, видите, предыдущая нижняя шмотка вылазит через верхнюю. Если сейчас начать делать анимацию, допустим, там изгибов, там какие-то повороты, то это, возможно, будет больше вылазить. И поэтому как с этим бороться? Значит, как я это дело ликвидировал, сейчас вам сразу покажу. Английская H. Здесь вот у меня еще блузка. Значит, H закрываем. Я раньше просто заходил, значит, выбирал какую-то деталь или персонажа. В основном выбираю персонажа для того, чтобы, значит, уменьшить его, сгладить как-то. Захожу в Sculpt Mode. И вот это дело все шрифтом выглаживаю. Там тело уменьшается, и получается, что потом, значит, есть место для того, чтобы, ну, полигоны не вылазили. Это вот как один вариант. Как это все можно сделать, если, допустим, вам понадобится потом персонаж вот этот, допустим, в другой одежде. Там уже будет деформирована какая-то часть, плечо, там рука. То тогда можно использовать шипкеи. Выбираем шипкеи, прибавляем, заходим в Sculpt Mode, выбираем нашего персонажа и через шип все выглаживаем, уменьшаем там руку, там без разницы, ее в анимации видно не будет, тело. Ну и прописываем это дело, значит. Все, теперь у нас вылазить ничего не будет, потому что это уже ликвидировано. Это как вот вариант. Теперь по ролику. Значит, если вам это дело не надо будет, то вы просто прибавляете, ну, в смысле, уменьшаете, и все, тело становится на место, и вы можете работать, удалив вот этот, значит, шипкей. Так, погнали теперь по ролику. По ролику там модификатор. Значит, пробуем. У нас есть персонаж. Вот вы видите, что тут на руке немножко вылазит. А вот так вот нет, потому что это базовая поза. Итак, добавляем этот шипкей, удаляем. Прибавляем нашего персонажа, вот этого выбираем. И как в ролик, плюс. Прибавляем. И так, вот здесь я сейчас буду прибавлять, не знаю. Тут уже у него есть энные части тела, да? Так, ну давайте попробуем. Так. Зайдем в Sculpt Mode и чуть-чуть поднадуем нашего персонажа, чтобы грудей не было видно, да? Так, вот такая штука. Все, шипкей сохранен. Теперь, значит, как в ролике, это дело уменьшаем. Убираем в ноля, выбираем нашу блузку и добавляем модификатор. Так, какой тут у меня модификатор? Модификатор Surface Deform. Выбираем нашего персонажа, Хельга. Делаем бинт. И теперь заходим, выбираем нашего персонажа, вот этого. Заходим, значит, в шипкей и пробуем надуть. Во, видите, надувается теперь наш персонаж вместе с одеждой. Ну, вот такой вариант. Если не использовать шипкеи, давайте в минус, шипкеи удалим. И выберем, значит, нашу блузу. На ней уже стоит Surface Deform. И посмотрим, как эта дама пройдется. Вы видите, что у нее, в принципе, кое-где вылазит вон там. На ключице чуть-чуть, но плечо уже более-менее адекватно, хотя чуть-чуть есть вот эти вот косяки, вон они, маленькие, но уже маленькие, небольшие. Так что вот такой модификатор, можно его использовать. Видите, я его удалил, и шмотка, значит, села по-другому. Так. Все равно вот на спине вот где-то проявляются вот эти части.
Так, еще что можно, какой вариант использовать по их ликвидации? Это значит, так, если шмотку, так, попробуем, как эксперимент. Так, вот видите, что здесь вылезло. Удаляем, значит, появилось. Удаляем наш, значит, привязку к ригу. И теперь, если мы ее объединим с нашим персонажем, то получится общая такая вот кака. Значит, нам сначала нужно зайти в Sculpt Mode, выбрать тянучку, сделать F, выбрать симметрию и где-то что-то тут подправить. Ну вот, уже получше. И как вариант объединить нашу вот эту блузку, или как она называется, водолазку с персонажем. Ctrl-J. Все, теперь все это должно привязаться, но вы видите, что вот еще больше стала вылазить эта штукенция. И вот теперь попробуем деформ. Выберем. Что выберем? Ну давайте нашу. А персонаж уже не выбирается. И здесь уже ликвидация вот этих вот косяков, наверное, будет еще сложноватей. Так, а если мы выберем. А тут и выбрать нечего. В принципе, все. Здесь тогда уже этот модификатор работать не будет. Но если мы выберем персонажа и попробуем зайти в Sculpt Mode, то вы видите, что все привязано, мы теперь ничего тут сделать не сможем. Двигаем только всего персонажа. Делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Единица на numpad, возвращаем, значит, на исходную. Удаляем наши вот эти модификаторы. Так, и теперь, допустим, мы привяжем, выберем персонажа и кости. Делаем Ctrl-P, Weight Automatic Widget. Ну, вы видите, что еще хуже получается. Вот такая штука. Так что при объединенных вот этих шмотках, ну, тут уже, как говорится, все. Вот. Вот такая получается гадость. Так что используйте модификатор, как-то уменьшайте тело, какие-то части сглаживайте, уводите вглубь одежды. И в принципе этого должно быть достаточно. Ну и используйте модификатор, если он вдруг будет работать, то тогда тоже будет хорошо. Ну, такая штука. Вот такая информация. Всем пока, до свидания.